там был, ничему я бы не сделал. Остался. Вот анализ посмотрим. Тут был у черных перевес, теперь у белых перевес. У меня теперь позиция выиграна, просто нужно теперь точно ходить. Ну что, он сбьет это, я бью с ним королеву. Шокировки подготавливаюсь. Напал сразу на два места. Ну вот шаг я сделал. Она может этим защититься. Слоном. Теперь конем нападет на эту. И подготовил этого коня, нужно было вот тут слон ставить. Если сбил эту, тогда он тут мат поставит.
если так. Я нападу на его королеву. Он бьет. Я бью, он бьет, я бью. Вроде бы можно вот так сделать. Попробуй. Сбьет. А не, не сбьет на ладью с этим слоном.
атаковать не надо было, надо было этой пешкой пойти, потом тут конем, он пьет, ее конем и напал бы на эту пешку, и потом слон был бы привязан к этой пешке. Ну, у конем бы тут на слона напал. Маньяку нам будет называться. Слон вроде бы немножко лучше. Залезу тут. Потом с королевой оттуда. Только нужно, чтобы брать. Я тут, потом тут. Эту пешку тут атаковать. Если так. Мне коня королевы там разбьют. Один невыгодно. Может, не буду бить. Теперь слона можно будет эту пешку съесть. Он, конечно, там пойдет. Я вниз пойду. Теперь может эту пешку съесть. Он сам свою королеву заблокировал. Если так, наверное, опять слон пойдет. Можно так и ничего сделать. У него все равно немножко выше рейтинг. Но тут идет. Если тут пойти. Наверное, надо на ничью соглашаться. А то еще что-то хуже. Потом в анализе можно будет посмотреть, что тут нужно было делать. Он, может, сам не захочет мелочи. Может, тут? Он сбил его коня.
хочет ничьи. А если в атаке я ему попробую сделать, тогда должен там королева пойти. Если я убью эту пешку, и камен убьет, если он если он
Теперь вилка, а не королева не может быть. Если я бью. Бьет коня. Компьютерный анализ. Что-то с конем нравится, что его когда он вот тут сбил меня, что нужно было делать? Нужно было правильно, я подошел. Там он тут, мне что нужно? Я тут. Я тут правильно. А о том, что вот тут я ошибку сделал. Мне надо было бить. Да, так, когда отойти. Тут иду, если прыгает конем, так что, наверное, тут идти, чтобы не мог конем прыгать.
вот тут запрыгнул, потом пришлось бы одну пешку отдавать. Сниму тут по нашему. Ну тут и защитим пешку. Там в ловушку попала. А конь тоже в ловушку попал. Кто не пойдет, его не бьют. Поэтому нужно подтянуть коня, видимо. Если он сбьет мою пешку, то я сбью его коня. Если я тут бью, ну он просто тут. А не, он не может. Могу пойти. Надо все выменивать. Он вот эта пешка не защищена, поэтому нужно ли вот тут ему тут быть. А ему можно тут пойти и напасть на коня и на эту пешку, если он конем отойдет. Хотя он тогда пешки раздвоит, поэтому может тут лучше. Thank you.
тут нужно подойти и потом на эту пешку, но если я там конем этим подойдем, эту пешку не так просто и защитить будет. Либо тут пойти. Сдался. Знаю, под компьютером уже проанализировал, куда ходить, что ты надо вот ходить. Начало многих наизусть знаю. Теперь он может сбить, чем не защищена. Прозевал. А мы попробуем вот так. Потом тут мат поставлю, если. Если он попробует вот пойти. Если тут конем сбил, то он сбил. А что, я бью коня и защищаю одновременно это. У меня уже лишний материал. Теперь надо размениваться все. Какой буду слона, чтобы тут башни свободно ходили. Вот, да, коня. Все сдался. Тут мне нежелательно быть, потому что тогда вроде бы королева надвинет и по центру, и захватит центр, поэтому лучше не надо бить, лучше напасть на пешку. Если рокируюсь, тогда может удастся мне что-то убить, материал какой-то. Так у него теперь этот конь не защищен. Раньше королева его защищала. Он забыл. Теперь вилка грозит королю башни. Если он вот тут не пойдет,
мимо тут. Наверное, можно разменяться как раз такой перевес. Пока. А, не надо, чтобы он этой пешкой вперед не пошел, а потом не задавил. Потом эта пешка захочет, наверное, задавить. Нужно будет этой вперед подойти. Вот. Что, сбил? Мне не жалко. Ну, королева разменять мне тоже подходит в самый раз. У меня лишняя фигура. Могу тут пойти, он не сможет быть. Ну и пусть бьет. Не жалко кнуть. Разменяется. Все равно сбью его. Чем меньше материала, тем лучше. Если он не бьет, теперь я бью. Как хитро. Если я бью, он бьет по башне. Вот. А не такой шаг. Нужно к нему уходить. Теперь можем тут убежать. Давай пешку подвинем, все. Сделать.
нужно пинка подать сперва. Потом нужно так разменять этого коня. Может, думаю эту дубежку сбить. Наверное, надо либо тут, либо тут, чтобы королева, наверное, тут надо. Насколько есть пешка, я бью. Бьет королевы. У меня шах. Я иду тут. Он бьет эту пешку. Он может, видимо, вечный шах поставить.
может, а конем тут бьет. Что-то это вас назвать. Ну, может, их пусть бьет. Мне не жалко. Ты интуитивно чувствуешь, что надо тут идти. Надо потом королем тут подойти, потом башню эту сюда задвинуть, пешки толкать. Или может самому тут пойти, чтобы разменять этого сна. Хотя тут ничейная позиция. Так. А если я сбил его, этого слона, он сбьет этого слона и нападет на королеву и на эту. Поэтому тут все просчитал. Не надо. Меняемся. У меня проходная будет, чтобы давить потом на это. Теперь королем тут подойду и потом башню буду на эту. Теперь башни тут.
что на коне. Теперь уже сама себя не сможет защитить недостаточно, сдвоиться будет. Они там кони его защищали. Как-то выгнать его. Королем бить не могу. Белые победили, соперник сдался. Почему сдался? Не понял. Что я тут мог сделать такое? Пойти. И он тогда бы сбил меня, ничего вроде бы. В анализе нужно черных позиций лучше. Вот черные вот выигрывали. Почему-то он сдался. Может, какие-то дела у него были. Тут ничья просто. А, я мог коня сбить, он, наверное, поэтому сдался. На компьютере тут по-быстрому ничего не видно. А, нет, видит, что у меня плюс. А я даже не заметил, что я могу его сбить. Я бью коня. Но, допустим, он ничего не может сделать. Ну надо, он тут идет. Я тут иду. Тут идет. Может, давай здесь. Ой. Тоже сдваивается. Тут
тут вообще перевес белых очень большой. Просто нужно было меняться, что ли, или просто... поменяться, чтобы проще было играть. Тут вот лишний клон, и тут в плюсе. Ну хватит.